Крупные учения воздушно-десантных войск провели военнослужащие 98-й дивизии. В маневрах приняли участие около 500 солдат, 4 самолета и тяжелая боевая техника. Погрузка в самолеты Ил-76 производилась на Северном военном аэродроме. Проводится очередной этап двусторонних показных ротных тактических учений с десантированием и боевой стрельбой. Наиболее сложная часть учений – десантирование на полигон Будихино Костромской области. Голубые береты отрабатывают парашютное десантирование, взаимодействие с авиацией, а после приземления дается команда на захват условного противника. Одна из рот после десантирования и завершения уничтожения овладевает выгодным рубежом, переходит к обороне. Вторая рота после десантирования, соответственно, наступает на данное подразделение. Уже разыгрывается у одной роты наступательный бой, у второй оборонительный. Вот в дальнейшем осуществляет маневр в указанном направлении для выполнения дальнейшей задачи. Десантники называют такие учения плановой боевой подготовкой. Готовит личный состав 98-й дивизию к участию в масштабных учениях «Кавказ-2012», которые состоятся в сентябре. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.